Этот чемпионат еще раз доказал, что в последние годы восточные единоборства в нашем регионе развиваются быстрыми темпами. Каждый из участников показал свое мастерство. В городе проходит чемпионат Акмолинской области по рукопашному бою. В нем участвует 120 спортсменов из городов и районов. Этот чемпионат Акмолинской области – отбор на чемпионат Казахстана, который пройдет 24 по 27 в городе Петропавловск. Это отбор на чемпионат мира будет. Кто здесь у нас выиграет первые места, получается, проходит на чемпионат Казахстана. Рукопашным боем занимаются и сотрудники силовых структур. Один из них – инспектор учреждения ЕС 166-24 Куанбек Абиев. Сегодня он выступил впервые. Я занимаюсь рукопашным боем более 5 лет. Учусь у квалифицированного тренера Жасулана Жантасова. Соперник был очень силен. Я использовал сложные методы и победил. Впереди еще несколько встреч. Хорошее выступление продемонстрировали и представительницы прекрасного пола. В своей весовой категории по рукопашному бою отличные результаты показали Камила Тогызбаева, Тамирис Молдашева и другие. Были также и сильнейшие чемпионки области Лаура Махатова и Азиза Толебай. Соревнования прошли очень напряженно. Доминировали спортсмены из разных районов и городов. Особенно нам понравилось, как выступили наши девушки. Отрадно, что ряды такого вида спорта, как восточные единоборства, ежегодно пополняют представительницы прекрасного пола. Александра Гауэрт, Колумбек Мухамеджанов, Даниил Джумагулов, Кокчи Акпарат.